Ну, а мирнинские лыжники открыли сезон. На прошлых выходных на лыжной базе «Заречная» прошли соревнования по лыжным гонкам. На трассу вышли более 50 любителей зимнего вида спорта вместе с нашими коллегами из Алмазного края. 5 километров за 15 минут. Вряд ли обычный человек пробежит такую дистанцию за столь короткое время. Но на этих соревнованиях таким результатом никого не удивишь. Лыжники Мирного открыли сезон гонкой в день зимних видов спорта. Довольно тяжело, прохладно, дышать тяжело. Ну а так, в общем и целом, нормально. Лыжи ехали, мазь держала, что еще надо? Дистанцию пробежала с легкостью, попыталась отработать всю дистанцию. Вот тренировалась и, надеюсь, результат будет налицо. В этот день на трассу вышли более 50 любителей лыжных гонок. Юноши бежали 5 километров, девушки – 3. В этом году, 2017, у нас первый старт. Планируем еще мы провести через 2 недели, еще как потеплеет, чтобы коньковым стилем. И потом у нас 11-12 в зачет спартакиады школьников будут старты проходить. Напряженная борьба была в группе старших юношей. Здесь и члены сборной района по лыжным гонкам, призеры и чемпионы республиканских соревнований. Лучший результат показал ученик 12-й школы Ярослав Камозин. Среди старших девушек победу одержала призер зимней спартакиады Виктория Нурмухаметова. В средней группе не нашлось равных брату и сестре Сергею Умерову и Татьяне Михай. Чемпионкой в младшей группе стала Полина Дворникова. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».